девочки заценили, специально хорошую трассу. Фамилию я услышал, Силантьева, а зовут? Настя. Анастасия. Ну, очень понравились старты, очень понравилась гонка. Расскажите, пожалуйста, как сегодня шла борьба, за счет чего показали хороший результат? Борьба была хорошая, мы соревновались между собой, между сборной. И за счет того, что летом тренировались, был накат, исправляли ошибки. За счет этого, то, что мы тренировались на таком уровне, сейчас в Торте, на таком показали. Отлично. Какой участок трассы был наиболее сложным лично для вас? Наиболее сложным был, наверное, середина, потому что там больше разгоняло, больше разбито было и нужно больше контроля держать. Понятно. Какие задачи ставит тренер на сезон или вы сами перед собой ставите вот на этот сезон? Да, но сейчас мы поедем на какую-то пробку, конечно. Я ставлю высокие задачи, показать лучший результат. Ну, понятно. Вы представляете какой регион? У меня двойной зачет Кемеровской области и Московской области. Ага, понятно. Как вам кажется, ваш прогноз финал Кубка России и вот какой регион все-таки станет победителем Кубка России? Московская область. Московская область. Спасибо большое.